Всем привет, я Катя, и это «Такие дела». А мы снова с пивными новостями. Итальянские ученые нашли в хмеле вещества для профилактики болезни Альцгеймера. Изучение полученных компонентов показало, что хмель может предотвратить слипание бета-амилоидных белков в нервных клетках человека. Из-за слипания этих белков развивается болезнь. Мы считаем, что властям Катара стоит серьезно задуматься над этим. На Авито появилось объявление о продаже наглой Яндекс.Алисы. Продавец утверждает, что колонка токсично реагирует на все обращения к ней. Алиса, включи нам с мужем романтичный плейлист. Включаю плейлист для неудачных отношений. Алиса, поставь будильник. Зачем тебе вставать кожаный мешок? Яндекс никаких комментариев по этому поводу не давал, но, возможно, нам срочно нужен Джон Коннор. Книга рекордов Гиннесса пополнилась еще одним долгожителем – 26-летней кошке из Великобритании. Ее зовут Флосси. Ей 26 лет и 316 дней, что эквивалентно 140 годам по человеческим меркам. Она родилась 19 декабря 1995 года, о чем свидетельствуют записи ветеринаров. Кошка уже ничего не слышит и очень плохо видит. Пожелаем Флосси здоровья и дожить до пенсионного возраста. С вами были «Такие дела». Увидимся в следующем выпуске.